После развала СССР и смены идеологии 7 ноября перестали отмечать из-за явно выраженной политической принадлежности. На смену ему в российском календаре появился другой праздник, который был призван собрать под свои знамена всех граждан, независимо от партийности, национальности, статуса, вероисповедания – День народного единства. Русские, чуваши, мордва, татары. Наша республика стала родным домом для десятков национальностей. У каждой свои традиции и особенности. Здесь, на Красной площади, танцевальные коллективы представили разные национальности нашей страны. Когда вот мы вместе, когда мы едины, мы всегда идем только вперед, только к победам. Уважаемые друзья, хочется вам пожелать благополучия, хорошего, прекрасного социального самочувствия и настроения. В единстве наша сила. Да здравствует Россия! Когда мы вместе, мы непобедимы! 4 ноября – особенный день для всей страны. В нем соединилось наше прошлое и настоящее. Этот праздник именно нужен. Именно вот сейчас, вот для современной России. Он был как бы вот это самое... показывает настоящее величие нашей Родины, что мы очень такие, если мы объединимся, то мы, нам не страшно никто и ничто. Пришли поддержать этот праздник, потому что, ну, на самом деле, истоки этого праздника уходят в далекое прошлое, и не хочется оставаться в стороне от того, что происходит в моей родной стране. Творчество живет у нас в Чувашской республике. Вот. Ну и, конечно же, здорово, что в этот праздник мы не видим, чего-то такого, да, что можно было о проблемах говорить. Здесь как-то вот хочется просто смотреть концерт, видеть всех, поздравлять всех. Ну, просто я горда за республику и, конечно же, за нашу Россию. Но я патриот своей родины, да, и вот у меня просто вот такое настроение. В истории России этот праздник появился сравнительно недавно, в 2005 году. Но с каждым годом он становится все популярнее. Если в 2005 его отмечали всего лишь 8% россиян, то сегодня более половины населения страны выходят на улицы городов отметить праздник. Мы собрались еще раз подтвердить то, что мы все едины и мы непобедимы. Поздравляем всех с праздником! Символом единства нашей большой страны стали шары цветов российского триколора, выпущенные в чебоксарское небо. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика.